Повестка очередного заседания собрания депутатов, которое состоялось в минувшую среду, была достаточно обширной. В нее вошли ряд вопросов по внесению изменений в бюджет. В связи с тем, что в город поступило дополнительное финансирование, необходимо было решить первоочередность и порядок выделения денежных средств. Как известно, у нас в области работает программа 2020, стратегическая программа экономического развития. В том числе она работает и в городе Копейске. Второй год мы ежегодно заслушиваем работу администрации по этой программе. И, конечно, основные направления – это улучшение благосостояния жителей в этой непростой экономической ситуации, которая есть. Это один из вопросов основных. Второй основной вопрос – это изменения в бюджете. Мы немного заработали денег сверх бюджета, и сегодня мы делили их между социальной сферой. Кроме того, мы получили дотации и субвенции из области, которые будут направлены по ведомственным программам и по целевым программам на ремонт детских садов, школ, а также ремонт некоторых участков дорог. Поэтому очень серьезная эта сессия. Вчера на комиссии мы очень бурно рассматривали этот вопрос. Ну, пришли к единому мнению, что надо все-таки принимать, чтобы провести аукционы и до зимы эти работы выполнить. Из выделенных средств 11 миллионов рублей пойдет на запуск двух новых детских садов. А также из бюджета будут выделены деньги на ремонт детской поликлиники, где сейчас остро стоит вопрос по вентиляции помещения.